Доброго дня, в ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Ольга Бережна. Як завжди, щоп'ятниці ми висвітлюємо теми, які стосуються молоді. Сьогоднішній ефір не став виключенням. Ми поговоримо про одну з найбільш хвилюючих проблем в нашому суспільстві – про проблему наркоманії. І, зокрема, про захід, який незабаром відбудеться у нашому місті. Сьогодні в нашій студії гості Павло Казар'ян, керівник Центру ресоціалізації наркозалежної молоді «Джерело», та Артем Білий, керівник громадської організації «Урбан Миколаїв». Здравствуйте. Я вас вітаю в нашій студії. 7 квітня 2017 року у сесійній залі Миколаївської обласної державної адміністрації пройде відкритий захід під назвою «Стоп наркотик», приурочений до Всесвітнього дня здоров'я. Тож, розкажіть нам і нашим телеглядачам, що це за захід та яка його основна мета. Подспорьем для создания данного мероприятия. Я думаю, многие помнят события весны 2016 года, когда на территории Украины, в принципе, нашего города тоже, были многие стены разрисованы надписями с рекламой сайтов, которые продают запрещенные наркотические вещества. И это вызвало массу негодования у жителей, и были проведены многие акции по закрашиванию этих стен, но, как показала практика, это неэффективное мероприятие по ликвидации этих, работы этих сайтов, по ликвидации продажи наркотиков молодежи. И было принято решение провести акцию, которую мы проводили вместе с Павлом Казарьяном, Ангелина Николаева и Павел Лохматов был. Проводили под зданием облсовета. Андрей Лохматов. Андрей, прошу прощения, Андрей Лохматов. В связи с тем, что правоохранительные органы бездействовали. И мы таким образом хотели вызвать реакцию как органов власти, так и правоохранительных органов к решительным действиям. Но в результате этого, через которое некоторое время сайт все-таки был закрыт, но в принципе разрисовки стен домов в городе Николаеве, в принципе, продолжились, но уже с другими названиями сайтов. И стал вопрос, что же делать. Бороться с теми, кто продает наркотики, крайне сложно, потому что это практически невозможно, наверное. И против этих людей, я не знаю, у нас нет таких, наверное, сил и полномочий, чтобы с ними бороться. Поэтому мы избрали другой путь по пути профилактики среди молодежи, призвать их не употреблять эти наркотики. Ну и, соответственно, если человек уже принимает эти вещества, рассказать ему, что делать и как быть в данном случае. Также хотелось бы просветить тех же родителей, которые иногда и зачастую, в принципе, не знают, что делать, если их ребенок употребляет эти наркотики. И как вообще определить этого человека? Вот приходит сын со школы или с университета, как определить, употребляет он наркотики или нет. Потому что в данный момент это стало крайне сложно в связи с тем, что наркотики модифицировались, и явных таких физических последствий и явных показаний тяжело определить. Об этом позже, я думаю, Павел расскажет. И это, собственно, стало историей для возникновение этого мероприятия, тем более приуроченного к Всемирному дню здоровья. Это очень символично, и я думаю, что многие посетят это мероприятие, будет очень интересно. В программе там много интересных вещей, которым будет, в принципе, будет на что посмотреть. Я думаю, в памяти многих это отложится. А кто организовывает цель захода? Организаторами данного мероприятия является общественная организация «Урбан Николаев», Федерация киокушин карате в Николаевской области, общественная организация ОБРИГ и Центр ресоциализации наркозависимой молодежи «Источник». Артем, ось Павло Шотович вже був у нас на ефірах, і ми знаємо про його діяльність, чим він займається. Розкажіть про вашу організацію, які ви питання вирішуєте? Смотрите, наша общественная организация «Урбан Николаев», она немного другой направленности. Мы в основном занимаемся развитием
пространство в нашем городе. Но мы, так как жители сознательные и понимаем, что помимо неблагоустроенного города у нас есть еще очень много других проблем, в том числе и проблема наркомании, мы приняли такое решение и подали грантовую заявку в Британский совет. И, собственно, получили небольшое финансирование от грантового, от Британского совета в Украине в размере 6 тысяч гривен. В принципе, это небольшая сумма, но она для нас, в принципе, тоже существенна, потому что она помогает покрыть хотя бы там транспортные расходы и расходы на организацию самого мероприятия. И как жители сознательные мы хотим популяризировать здоровый образ жизни. В этом нам тоже помогает та же федерация киокушин-карате, показать альтернативу, потому что крайне сложно убедить молодежь, которая думает, что наркотики это ничего страшного, наркотики есть легкие, есть тяжелые, вот будут употреблять только легкие. Много есть мифов, которые мы хотели бы с помощью этого мероприятия, собственно, разрушить и показать альтернативу развитию молодежи в виде спорта, в виде здорового образа жизни, в виде творческих каких-то начинаний, в виде массы других абсолютно вещей, которые полноценно могли бы заменить употребление наркотических веществ. Ведь почему, по сути, употребляют наркотики молодежь и вообще все люди? Потому что они думают, что в этой мнимой фантастической какой-то реальности они найдут себя, так как они не могут себя реализовать в нормальной жизни. Мы же хотим предложить альтернативу в реальности. Ви так вже трошки почали розповідати нам про захід. Тож скажіть, що буде в програмі заходу? Хто бере участь у ньому? Принимать участие в мероприятии будет как психологи, которые проведут консультацию присутствующих. В принципе, целевая аудитория для этого мероприятия дети от 14 до 20 лет, ну а также все желающие, которые хотят более детально изучить эту тематику и которые, собственно, интересуются состоянием этих дел в нашем городе. Помимо психологов будет представлен этюд, творческое выступление ребят из Центра ресоциализации наркозависимых «Источник». Это очень интересная вещь, очень интересная постановка. И я думаю, что многих эта постановка затронет за душу. И я думаю, многие задумаются об этом, о серьезности вообще проблемы, посмотрев этот этюд. Ну, давайте я буду дополнять, да, потому что... Значит, мы планируем, что на этом мероприятии будут еще и врачи. Ну, скажем так, мы приглашение разослали и очень надеемся, что они примут участие в нашем мероприятии и поддержат нашу инициативу. Что касается этюда, то он имеет непосредственно профилактическую направленность. И наша цель показать людям, что не что наркотики это плохо и ужасно, а то, к чему наркотики приводят. Дело в том, что с начала употребления наркотиков человек не осознает, к чему это приводит, потому что он этого не замечает за собой. Изменения происходят очень-очень медленно, порой очень медленно. И знаете, сейчас наркомания очень сильно помолодела и очень сильно изменилась. Почему? Потому что наркотики, которые употребляли раньше, они, ну как бы это там, ну кощунственно, может быть, даже не звучало, они давали возможность человеку осознать то, что он наркоман, посидеть в тюрьме, там поболеть какими-то болезнями, вот, пройти там неоднократно курсы лечения и потом, в принципе, прийти к тому, что наркотики это зло. Но на данный момент те наркотики новые, инновационные, которые сейчас употребляет молодежь, это наркотики имеют абсолютно синтетический характер. Вот, они накапливаются в организме, некоторые части не выводятся. И в итоге человек, ну, в буквальном смысле слова, сходит с ума,
либо каким-то образом получают такие травмы головного мозга, которые, к сожалению, не восстанавливаются потом до конца его дней. Есть случаи передозировки от тех наркотиков, которые сейчас употребляют. Это соли, миксы, спайсы. Там еще и у них есть очень много названий. Есть передозировки, буквально с первого раза люди умирают. И таких случаев достаточно много по всей Украине. Вообще, если брать статистику, то сейчас вам скажу, чтобы не соврать, в год умирает 10 тысяч человек от передозировки наркотиков в Украине. Вот. И это 10 тысяч молодых людей. Есть еще статистика, которая гласит о том, что наркоман во время своего употребления втягивает в употребление еще 5 человек где-то в среднем. То есть, по сути, это заразное социальное заболевание, с которым, безусловно, нужно бороться. Вот каким образом с этим бороться явлением? Мы, как люди, я имею в виду общественная организация «Джерело», мы, как люди, которые с этим работают уже более 10 лет, мы четко видим, что эту работу нужно разделить на две части. Первая часть – это работа уже с теми людьми, которые находятся в употреблении наркотиков, то есть наркоманами. И вторая часть – это, по сути, работа с группой риска, с теми людьми, которые являются потенциальными склонными к употреблению наркотиков. То есть это, по большому счету, это вся молодежь. Цифры достаточно серьезные, но мы часто встречаем всевозможную критику от того, что там, у нас нормальная молодежь, у нас прекрасная молодежь, я все прекрасно понимаю. Вот, но в стране, в которой мы живем, к сожалению, сейчас ослаблены все социальные институты. Ну, реально они ослаблены. То есть институт семьи, институт там, образования и всевозможные общественные организации, которые пытаются восполнить вот эти вот пробелы, ну, к сожалению, их недостаточно. Тут нужно брать государственные структуры, отходить от принципа «у нас все хорошо». Потому что мы часто встречаемся с тем, что мы приезжаем в школу с профилактикой, и нам говорят, а у нас нет наркоманов в школе. Ну, слава Богу, что у вас нет. Но он у вас завтра может появиться, на самом деле. Да. А у нас нет наркоманов. И после того, как ребята... Ну, вы знаете, как еще наркомана видит? Вот. После того, как ребята проводят профилактику, они приходят и говорят, ну, там несколько было. Вот. Ну, то есть, по крайней мере... Они не могут быть уверены на 100%, но, по крайней мере, какие-то симптомы они заметили. И это очень настораживает. Я уже не говорю про университет, то есть там вообще не о чем разговаривать. И когда после этого мы можем прийти к директору школы или там, к ректору университета и сказать, слушайте, у вас тут проблема, он говорит, не-не-не, у нас все нормально. Нет, не надо нигде говорить, не надо ничего там озвучить, все. У нас все хорошо. В частности, учебные заведения пытаются решить эту проблему внутренне, то есть не вынося, потому что, ну, зачем? Проблемы начнутся, приезжать, кого-то спрашивать. И с одной стороны, они правы, с другой стороны, безусловно, нет. Потому что если начнут приезжать, потом будут на этого ребенка, выйдет информация, будут тыкать пальцами, на его родителей будут тыкать пальцами, потом будут создавать им какие-то проблемы, куча вопросов, какие-то недообученные психологи будут приезжать и что-то там рассказывать, что нужно сделать. Кому это надо? Это не нужно ни родителям, ни самой школе. И по сути, вот родители, они остаются один на один с этой проблемой. Потому что проблема стыдная. Об этом говорить, знаете, как соседям не расскажешь, но только уже на такой уже стадии, когда уже это не утаить, по сути. Мы склонны оправдывать своих детей, к сожалению, и это самая большая ошибка. А ви зараз розказали, що про студентів, про школярів, тобто ви зараз проводите роботу в учбових закладах? Да, ми дуже часто проводимо роботу в учебних заведеннях. Останній раз ми були в Баштанці, в трьох школах. Вот.
Нам оплатили проезд из Очакова, потому что, ну, мы, к сожалению, не можем просто взять, транспорта у нас нету, автобуса у нас нет. Вот мы не можем, ну, не имеем возможности взять и поехать там в Баштанку или там в Вознесенск, или тем более в Первомайск, вот, для того, чтобы провести профилактику в какой-то из школ. Нас пригласили, потому что уже знали о том, что мы делаем и качество той профилактики, которую мы проводим. И остались очень довольны. Приглашают еще. Вот, ну, я думаю, что мы приедем. И еще было мероприятие в Русском драматическом театре. Туда пригласили всех, ну, с многих очень школ, педагогов, там были и ученики, там были и завучи, там с воспитательной работы, директора школ. Вот они смотрели там постановку Русского театра. И после этой постановки были выступления. Я тоже там выступал, много людей нас узнали. Опять же, тоже подходили ко мне, приглашали с профилактикой приехать к ним в школу. Вот. Ну, от как-то так. Тобто, якщо хтось зараз це бачить, захоче, да, то ви відкриті до спілкування, да. Так можна вас запрошувати. Ми хочемо ще, да, безусловно, звісно, приглашайте нас, ми з удовольствием знайдемо время, приїдемо. Ну, все нужно согласовувати, безусловно. Там, помимо того театру, в котором ребята выступают, они это делают, конечно, с удовольствием, но помимо этого у них, безусловно, есть еще своя работа по своему личностному росту. У нас есть еще определенные задания, которые они выполняют. Это не могут просто брать и ездить по школам. Но вообще, когда-то была такая мечта замечательная, я надеюсь, что она осуществится, проехаться с этюдами. Мы сначала хотели по югу Украины проехаться, а потом, может быть, и каким-то образом в Киеве заявить о себе. Такие гастроли, да? Да, да, да. Вот какие-то что-то наподобие гастроли, я думаю, что это будет очень здорово, это возымеет очень серьезный результат. Ми заговорили про етюд. Це така досить цікава тема. Учасники програми реабілітаційного центру, вони ж займаються акторською майстерністю, наскільки я знаю. Да. Це вони там ставлять такі постановки театралізовані? Да. Да. А кто сценарист, кто режиссер, скажите? Сценаристы, режиссеры, они. И актеры тоже они. И музыку подбирают тоже они, и нарезают ее, и сцены обыгрывают тоже они. Это этюд называется «Пороки», это наша визитная карточка. Мы, ну, наверное, больше знают про этюд, чем про центр источник. Вот так как-то складывается. Ну, нормально, нормально, я считаю, то есть так должно быть. Вот. Сама суть этого этюда – показать, каким образом человек, вот, каким образом он скатывается в эти вот пороки, и каким образом он приходит поэтапно к употреблению наркотиков. Вот. И самая, конечно, основная, вот, скажем, фишка этого этюда – это то, что ребята не говорят, что наркотики – это плохо. Вот. Они не говорят, что это плохо, потому что это не имеет никакого результата. Когда мы говорим детям о том, что наркотики – это плохо, вот как построено большинство профилактик, вот, от милиции или от образования, да, они приходят и говорят: вы умрете, вы станете наркоманами, у вас там руки, ноги отваливаются. Они правы, но они правы, что это будет в конце. А дети выходят на улицу, видят какого-то чешущегося наркомана, который сидит и не может глаз открыть. Они спрашивают у него: тебе хорошо? Он говорит: да. И они смотрят, что он не умирает, и думают, что их обманули. Так вот, в этом этюде, который мы предоставляем, ребята рассказывают о своем опыте. Мне говорят: да, в общем, у меня жизнь сложилась, я наркоман, я там 5 раз сидел в тюрьме. Вот. Жизнь сложилась, я наркоман, и у меня родился мертвый ребенок. Вот. У меня все хорошо, я наркоман, я ВИЧ-инфицирован. И вот это имеет конкретный результат, это имеет влияние на тех людей, которые, знаете, я не видел ни разу, где бы мы ни выступали, в очень сложных аудиториях. Мы выступали, я помню, в Одесской области, там где-то под Кучурганами есть
какое-то училище, не помню уже, это очень давно было, там было очень много наркоманов среди тех, которые нас смотрели. В первой части этюда было очень много смеха, веселья, свиста там и чего если хочешь. Но в конце все смотрели молча. Можно было слышать, как муха пролетает по залу, на самом деле. Вот это результат. И потому что ребята, они делятся своим, а не настоящим. То есть, конечно, может так сыграть актер, но то, что они делают, это их жизнь, они через это прошли. Они говорят с такой эмоцией, что человек не может не верить. Давайте трошки повернемось до заходу. Артем, скажіть, ви сказали, цільова аудиторія – це молодь, так? Да, соответственно, група риска. Де анонсується? Анонсується дане мероприятие в соціальних сетях, також транслируються соціальні ролики по FM-радіостанціям, по уличному радіо. Я думаю, с понедельника появится на экранах социальный тоже видеоролик. Также мы отправили письма на управление и департамент культуры в Николаевской области и, соответственно, в городе. И тоже, я думаю, с понедельника мы будем развешивать и разносить афиши по учебным заведениям, чтобы как можно больше привлечь молодежи на посещение данного мероприятия. Также хотелось бы отметить, что будет возможность у школьников пообщаться с ребятами после этюда. Это, я думаю, будет тоже очень важно, потому что они смогут напрямую пообщаться. Потому что, знаете, как обычно говорят, наркомания – это плохо, наркоманы – это плохие люди, но это какой-то такой вот призрачный образ, который вроде бы он есть, но его, ну, раньше можно было часто увидеть, сейчас крайне редко можно увидеть на улице человека там среди белого дня, который там вот он явно наркоман. А здесь у них будет возможность пообщаться с теми людьми, которые вышли из этого состояния. И они смогут задать им вопросы, с ними пообщаться, задать те вопросы, которые, в принципе, родители не смогут ответить. Например, как вы к этому пришли, или как вы, наоборот, из этого состояния вышли. Это все-таки надо быть очень сильным человеком, чтобы такую зависимость побороть. И у ребят, в принципе, у молодежи, в принципе, у всех посетителей этого заведения, мероприятия, будет возможность задать эти вопросы. Разумею. Скажите, а цей захід, він в Миколаєві проходить вперше, чи були вже якісь аналоги? Ну, что именно? Именно как профилактик и как выступление этюда, конечно, много раз. А в таком, на таком уровне, вот так вот, скажем, с привлечением нескольких общественных организаций, это впервые. Да. То есть это инновация такая у нас. Изначально это мероприятие планировали провести как круглый стол. И, в принципе, оно и разрабатывалось, и писалась грантовая заявка тоже аналогично, как проведение круглого стола. Но осенью, в октябре 2016 года, после встречи с первым секретарем Британского совета в Украине Ребеккой Лохнан, которая приезжала с рабочим визитом в город Николаев, после встречи неофициальной мы обсудили о том, что все-таки это будет не совсем эффективный метод борьбы и профилактики вообще с наркоманией, и пришли к выводу, к тому, что необходимо вот расширить это мероприятие и уйти от простого обсуждения данной проблемы, потому что сам по себе круглый стол, даже если и принесет какую-то информативность и, может быть, как-то осмыслить суть проблемы и получится, а вот решить или какие-то профилактические методы провести с помощью круглого стола не получится. У нас есть у общественных организаций, есть такая между собой поговорка. Хочешь что-то уничтожить, создай рабочую группу и проведи рабочий стол. Да, поэтому просто обычное обсуждение проблемы можно много раз обсуждать и так и не решить. Поэтому сам формат мероприятия был изменен на подобный, вот, который мы будем проводить. И, в принципе, я думаю, это правильное решение было принято. И таким образом удалось объединить еще несколько организаций общественных. И совместными силами, собственно, мы это мероприятие будем организовывать.
І останнє питання у мене до вас. Цей захід торкається тільки проблем наркозалежності чи алкогольної залежності також? Мы понимаем, что зависимы в одном, зависимы во всем. То есть это такое определенное правило. И на данный момент мы сейчас вот в этом контексте будем работать исключительно только с наркозависимостью. Но проводить профилактику алкогольной зависимости тоже необходимо, но это немножко другая работа, потому что алкоголь – это социально признанный наркотик. Вот, мы выступаем против употребления алкоголя в принципе, но тем не менее это немножко другая направленность и совсем другой подход. Если тематику расширять, тему нашего мероприятия расширять на другие зависимости, на другие пороки нашего общества, то сильно мы будем распыляться и никакого результата это не даст. Поэтому мы избрали одно направление, в котором, собственно, и будем работать, я думаю, в дальнейшем тоже. Но косвенно мы затронем алкоголизм, конечно. Все, дякую вам за чудову співбесіду. Я сподіваюся, що наші телеглядачі зацікавляться цим заходом. Це була програма «Це вас хвилює». До нових зустрічей.